Так, это Марс. Придется пока поверить на слово. 15 февраля 2022 года, 5:58 по Киеву, в Харькове. 311 миллионов километров до Марса нынче. Это очень далеко, конечно, никаких ледников на Марсе мы не увидим, как это можно было сделать, когда я снимал при 64 миллионах километрах до Марса. Но, тем не менее, радует уже то, что мы его видим, и он приближается к Земле, в отличие от Венеры. Сейчас покажу. Опа, вот она, красавица. Наверное, нельзя будет увидеть одновременно 5 угловых градусов между ними. Вверху Венера, внизу Марс. Сладкая наша парочка. Ну ладно, надеюсь, что-то будет видно. Венера в 64 миллионах километрах сейчас от Земли. И мы увидим ее во всей красе. Уменьшаю выдержку, чтобы не было засветки. Довольно прохладно и плохо слушается штатив, так что попадать сложно на морозе. Оправдываю себя и свою криворукость. Это что ж такое? Очень непослушный штатив. Где ж ты делась, лапочка моя? Куда ж ты сбегаешь? Вот она, наша красавица. Сейчас еще уменьшу засветку. Более четкий обрез будет видно. Да, получилось снимать и при 40 миллионах километрах Венеру. Но тогда серпик, конечно, был совсем уж тонюсенький. Так, еще у нас какая красота. Вот так, наверное. Завтра полнолуние. А на фоне вышки я хочу поснимать, дабы движение. Нагляднее было. Наши вселенной прекрасны. А? Все
еще надеюсь, может быть, увижу Меркурий, завтра элонгация. Меркурий на большем удалении от Солнца, он будет для наблюдателя с Земли. То есть для меня и подозреваю, что и для вас. Но что-то пока не видать Меркурия. Очень близко к Солнцу сейчас, ну, в смысле, на небосводе. И Сатурн даже ближе, чем Юпитер. Сейчас Солнце получается между Юпитером и Сатурном. Юпитер еще можно как-то вечером увидеть, а Сатурна уже не видать вообще никак. Ну хорошо, подожду еще немножечко. Меркурия. Так, это у нас ISO 1600, это я себе сообщаю. Сейчас мы опять по Киеву, в Харькове. Февраля 2022 года.